which weighs 70.3 kilos. You must see him for me. He stands freestyle. Сейчас поменялся рефери поединка. Напомню, дорогие друзья, это третий бой вечера сегодняшнего под эгидой всемирного бойца. Город Грозный, Чеченская Республика, Россия. 4 октября. И очередной ежегодный турнир проводится именно в эту дату в связи с днем рождения. Сейчас к поединку. Фанил Рафиков, Нагай, его прозвище, уроженец Казахстана. Посмотрите, сейчас сам пропустил. Ты знаешь, в левше. Не могу ничего. Ну, знаешь, я думаю, что я видел, как он в последние дни готовился. Чуть подгорал он, конечно. Хотя послужной список, напомню его, дорогие друзья, 7 побед и всего лишь одно поражение. Из Греции, ну, конечно, очень такой непонятный рекорд 6-7. Ну, все равно, я думаю, что опыт у него есть, и недооценивать соперника нельзя даже при таком рекорде отрицательном. Да, непонятно, вы имеете в виду, что поражение больше, чем побед, вы это имеете? Да, можно сказать, что он проходной боец, да? Да. Но, опять-таки, я говорю, даже при всем при этом нельзя недооценивать соперника. Смотрите, как сейчас он бросился справа такого свинга и промахнулся невероятно, такой даже в замедленном движении, как будто удар он наносил в слоу-моушене. Так, смотрите, сейчас Фанил, по-моему, чуть подуспокоился, расслабился, чуть скинул плечи в левше. Напомню, дорогие друзья, он работает в правосторонней стойке. Сейчас вот тейкдаун очередной за ним. Ну, по-моему, насколько я знаю, что у Рафиля все-таки база. Да, очень здорово, что вот Михаил будет по ходу трансляции давать нам такие экспресс-комментарии именно действующего профессионального бойца смешанных единоборств. На соперника, вот ты вроде его перевел в партер, побил, и в какой-то момент встаешь и начинаешь работать с двойки. То есть ты сам уходишь осознанно с партера и начинаешь продолжаешь бить его в стойке, то есть это на соперника очень сильно, как бы. Вот что я имел в виду, вот так вот. А взять, если его поднять и начать, как бы, бить, ну вот он, в принципе, это и сделал. Да, вот сейчас мы как раз это увидим. Молодец, правильно сделал. Наверное, услышал нас. Да, отчасти. О, навстречу попытался Фанилис левой прямой запустить. Тем более он левша. И левша, как правило, он сам по себе таит уже угрозу, и с левшой надо уметь работать. Нам достаточно одной минуты, чтобы понять, может человек, да, как в стойке двигаться. Есть у него школа какая-то, база. Видно, что у него нету, поэтому если человек не обладает определенной базой, то очень тяжело драться, допустим, против левши. И если левша все сделает правильно, то он может очень быстро закончить бой. Да, с вами согласен. Да, вот и ему секундант даже говорит, побоксируйся. Я точно считаю, Супермена запустил. Встречать надо, зачем вот он уходит? Здесь, смотри, такие нестандартные действия пропускает уже стороны греческого спортсмена Самфани. Да, вот он его загоняет к
сеткой, то есть проделывает эту работу и делает потом шаг назад. Если ты его загнал, ты или атакуй, вот. Вот есть попадание, и жесткое достаточно. Молодец, да. Чтобы хорошие комбинации. Молодец. Или левши, это просто классика. Он сделал сейчас двоечку, левый прямой, правый сбоку, и тут же левый мидл-кик по печени. Это классика для левши. Я хочу сказать, что он еще продемонстрировал очень хорошую контратаку в борьбе. Он оттянулся от прохода в ноги и сразу контратаковал сам проходом. Это, ну, как бы говорит, значит, что он умеет, видимо, бороться, что у него есть какие-то навыки борьбы. Я говорю, я когда приехал, он уже, ну, как бы заключительная часть у него пошла, он бесогонкой занимался, и поэтому я не видел его, как он борется, как он боксирует. Ну и честно признаюсь, Михаил, мне нравится. Да, все-таки бойцовский клуб «Бахмат» — это же клуб мирового уровня, уже, как мы знаем, и по именам, по фамилиям, которые присутствуют в клубе «Ахмат». Начиная только с Абдулкерима Игилова, уже промоушена Fight Nights, заканчивая Русланом Магомедовым, который сегодня одержал победу. Мы его все поздравляем от души. Да, третья победа в UFC, лучшей лиге мира. И крутейшие парни представляют клуб «Ахмат». И, конечно же, Фаниль, я думаю, не просто так оказался в стане клуба. И сейчас фулл маунт, кстати, но он мог бы сделать. Целый креатив. Здесь огромнейшая благодарность всем тем людям, которые помогли нам сделать, все-таки установить какую-то более-менее нормальную связь. И поэтому, опять же, события мы видим непосредственно с места, находясь здесь рядом у клетки, прям буквально дыша этим же кислородом. Поэтому для зрителей это особенно всегда интересно. Поэтому, Михаил, постарайтесь. Постараюсь говорить громче, чтобы меня громче слышали. Да. Все, обещаю. Опять же, вот сейчас в стойке начинается. Молодец! Тут же в ответ. Вот, отлично! Очень то, хорошо, что я от него и хотел, как сказать. То, что я от него и хотел. Работаю. И вот попал. Еще продолжать надо наращивать свое преимущество. Да, сдвоенный и стройный атаки нужно делать. Конечно. Попал и остановился. Еще раз попал. Молодец! Хорошо, еще завершает. Перевод. Да. Такой, видишь, и обманывать пытается, то есть он атаковал с рук, сразу проход в ноги. Да, как раз то, о чем говорил Абдулманап Нурмагомедов. Всегда нужно работать для классного смешанного единоборца два этажа. Это внизу, и ты должен быть максимально готов ко всему, что происходит, конечно, в партере. И вверху в стойке. Конечно, у нас же не бокс, у нас же чистая борьба. У нас смешанный единоборца, поэтому бою можно. Ну, аксиомы не существует как таковой, чтобы одержать победу. Нужно пытаться обмануть соперника. Потому что прямолинейно. Пауз был для него, он не показывал бы вообще никакого качественного боя. Он горел где-то. И те нужные функции, которые необходимы для боя, он их где-то потерял уже до поединка. Чуть-чуть быстрее надо бить, чуть-чуть быстрее. Да, видите, зависает, он в паузу постоянно. Молодец, еще. Заходит на такую дистанцию. Средняя дистанция, это когда очень самая опасная дистанция. Все нокаут. В ударной технике, да, значит, самая опасность. Он заходит на эту дистанцию. Сейчас, смотрите, и амплитудный бросок. Красиво. Амплитудный бросок. Все, все люди, да, сразу же реагирует на такой отчасти
звуковой составляющей, и это, конечно, особенно всегда знаково является для аудитории. Ну, молодец он. Я думаю, что он выполняет полностью план установки тренерскую. Максимум – это перевод в партер. Удары – перевод в партер. С партера подниматься, не возиться с ним, там, не уравнивать свои шансы, а именно доминировать именно там, где у него как бы это получается. Не и вообще опять те шансов. Самые паузы. Вообще никаких шансов. Единственное, здесь провал вот, на работу. Да. И он дал такую паузу, что соперник уже сам осмелел и пошел. Ну, начал. Ищет сейчас. Левой руки хочет зацепить. Да, мы видим. Но сейчас. Ищет, надо пытаться. Вот, надо при помощи ударов искать. Не просто стоять. Еще бы я посоветовал, наверное, трогать своего соперника и потом контратаковать. Да, развернуть и вернуться к нему. Да, а он просто вот или атакует, ну или встречает, а попробовать выдернуть его, обмануть, показать, и я думаю, тогда будет то, что он сделал в начале. Повторяет за ним Грек уже не первый раз, что как только Супермен делает этот удар прыжковый, флайн, панч, так называем еще иначе на английском манер, как делает Паниль, сразу повторяет за ним Грек. Зажал, ну вот, молодец, продолжай еще. Продолжай. Не делает он сдвоенных атак, да. Не делает он стройных атак, мы с самого начала с вами отметили, у него нет этого почему-то в этом бою. Сейчас он был нанесен по технике, так чуть в замедленном действии, но боец из Греции, Кристош Пласирис, просто так очень легко его пропустил и чуть его оттянуло от инерции этого удара на клетку. Не надо, не лети никакой, да, стягивается, совершенно верно. Я думаю, зря не подсказывает. Бери на гильотину, все правильно он сделал. В таких случаях надо оттягивать ноги, то, что он сделал. Молодец. Но я хочу сказать, что он успокоился уже полностью. Видно, что он уже расслабился. Уже... Ну, концовку можно, в принципе, вот в таких случаях я иногда лезу в борьбу и пытаюсь побороться. Ну, понимаю, что осталось времени немного. Даже если я там попаду на какой-то болевой прием, я смогу... Левый хайкик точно. Левый хайкик в пользу Фаниля Рафикова. Заканчивает он успешным действием очередной раунд. Ну и здесь, по-моему, для всех все ясно. Единственное, может быть, Михаил, как раз от вас хотелось бы, так, чтобы нюансы разложили по полочкам. Ну, я хочу сказать, что они все делают хорошо. Значит, безупречно, без ошибок. Единственное, ну, конечно, если бы попробовать серийнее работать и сдваивать атаки. А так делать все отлично. Молодец, он мог закончить этот бой досрочности. Во втором раунде был более активен. Я бы дал ту же установку. Точно так же, работай на руках, встречай или сам атакуй. Но атаковал, повторно атакуй и попробуй обмануть и атаковать. Не просто прямолинейные, слишком прямолинейные атаки. Вот и все. А так работа, конечно, хорошая. Ну что, посмотрим. Молодец, очень хорошо. Такая чистая боксерская техника вышла. Левая и слева атака. Знаете, так тоже вам откровение, да, Михаил? Есть боксерская, естественно, хорошая школа. Нет вот панча так называемого. Даже попадая точно, он не болтает и не цепляет своего оппонента, если вы заметили. Мне кажется, он боится попасть, пропустить. Есть выражение точный расчет, а есть глупый риск. Вот в данном случае, наверное, все-таки точный расчет. Да? Может быть, кстати, да. Может быть.
Сейчас был очень креативный удар для ММА. Это для кикбокса или тэквондо является норма. С передней ноги такой ёбчаги в продолжении скольжения на опорной ноге. Фанель сейчас попробовал. Знаете, с такой техникой даже не случается, что этот парень дрался по кикбоксу в Казахстане. Я думаю, что дрался. Потому что еще, что характерно, он после рук всегда кидает. Да, идет ног, нога, да. У него левая нога идет, да. После вот, вы знаете, да. И после ног он обычно кидает тоже руки. Поэтому... Да, поэтому я думаю, что это не чистый боксер. Он, естественно, как любой казахский кикбоксер, как и в нашей стране, имеет так или иначе небольшой опыт бокса, а при этом он все-таки более универсален. Ну да, школа есть, школа у него хорошая, видно. Базовая школа. Школа есть, но мне кажется, парню нужно прибавить в тонаже удара. Молодец. В тонаже удара. Сейчас пропустил сам с левой руки и вроде бы так вскользь попал слева. Тут еще такой момент, он дает сопернику каждый раз восстановиться. Он после каждого удара, попадания своего, дает ему в себя прийти. Ну, создает такую ситуацию, наносит этот удар, заходит на эту дистанцию и... Вот сейчас вот, четко. И все, и посмотрите. И тут же стоит он. Почему-то. И почему-то не продолжает. То, о чем мы говорили с самого начала первого раунда, Михаил. В разрез попал. Мне кажется, что можно было бы уже попытаться, ну, добить его. Есть такой момент, что может он хочет именно подвигаться, продышаться, почувствовать. Психологически очень сильно закрепляет. Ну и уверенность придает. У меня было. Да, это действительно есть, да, правило, да. Но оно, это правило часто идет именно в пику, когда боец выходит на много боев. Это когда пулька соревновательная, когда олимпийская система, когда ты должен выиграть у 4, у 5 своих соперников, чтобы стать первым. Есть попадание жесткое, точность левой руки, и там нужно продолжение. Вот сейчас повторно затяжку, да, он сделал. Да, заметил. Да, вот, смотри, начал бить. Ох. И сам, посмотрите, в ответ в разрез пропускает. Пропускает, да. Ну, я думаю, что не акцентированный был удар, и поэтому он особо... Просто из орбит, можно сказать, выкатывается, потому что очень заряжен, конечно, но это вот те самые вот нюансы, о которых мы с вами, Михаил, говорили до начала поединка, и прям первые секунды, где-то фанит. Может быть, подгорел. Да, для него, конечно, это бесценный опыт. Выражение лица. Я помню свой первый бой, у меня такое же, наверное, было выражение лица. Руки-то потихонечку, действительно, они падают у Фанеля. Здесь слышим, как грек все-таки не владеет очень серьезной такой боксерской техникой. Мы это с вами увидели уже. Но его удары тоже опасны, потому что он нестандартный парень. Если вы заметили, что он бьет все время. Вот сейчас пропускает он тяжелый справа уже от Фанеля. Фанель, когда устает... Вот здесь продолжение требуется. Он когда устает, я заметил, он делает шаг назад на безопасное расстояние и восстанавливается. Сейчас смотрите, левый хайкик такой прилетел. Очень неожиданный и при этом неприятный для Фаниля. Давай несколько слов скажем о греке. Однозначно. На его месте. Кристош Фласирис. Да, я бы, наверное, на его месте активнее шел вперед сам. То есть он начал пятиться. Вот я еще раз говорю, нельзя пятиться от... Особенно, если у человека хорошая школа ударной техники. Нельзя от него пятиться. Он, ну, расстреляет. Поэтому нужно было сокращать дистанцию. Да, молодец. Та самая команда. И сейчас в эту команду запускает огромное количество ударов с рук, не контролируя, на самом деле, туловище и в целом своего соперника Фаниль Рафиков. Красивый бой. Красивый такой, учебный. По учебнику отработал в стойке. Молодец. Сейчас мы после... Опять же, эпизода и паузы, той паузы, которая является стандартной в этом случае, когда судейский корпус быстренько совещается и передает те или иные карточки, уже заполненные судьями, уже с итоговым решением, кто одержал победу, мы услышим сейчас непосредственно... У кого, наверное, не оставляет вопросов это решение, да? Да.
3-0. Хет-трик у нас уже в команде есть. Молодцы, ребята. Причем я хотел бы отметить, ну, хорошие бойцы единогласным решением судей. То есть это говорит о том, что уровень бойцов, в принципе, хороший. Филиал бойца, который уроженец Казахстана. Филиал клуба.